Друзья, здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить еще раз об энергетике человека. Ну, что такое жизненная сила или энергетика, каждый ее ощущает. Иногда просыпаешься утром, тебя распирает, кажется, горы снесешь. Другой раз просыпается, вставать не хочется, голову оторвать от подушки сложно. Все зависит от того, насколько вы здоровы, сколько вы вчера выпили, сколько вы спали, успел ли организм перезарядиться и так далее. От погоды, у некоторых от луны, еще каких-то показателей. И иногда нужно срочно восстановиться. Вам нужно куда-то идти, что-то делать, какие-то дела совершать, а сил нет совсем. И хочется только лечь и заснуть. И нужно себя поднять как-то. Но условий для проведения физической зарядки, какой-нибудь физических упражнений нет совсем. А энергетика нужна быстро. Что нужно делать? Есть прием довольно простой. Не я его придумал, это йоговский прием. Вот, набор энергии из воздуха, потому что мы выдыхаем в себя воздух и выдыхаем. Но забираем только часть кислорода и часть праны, или энергии ци, как говорят китайцы, энергии, содержащейся в воздухе. И можно увеличить количество этой энергии, которая содержится у нас в теле. Как это делается? У человека есть всего два отверстия или одно отверстие, которым постоянно взаимодействует с окружающей средой, с воздухом. Это носовые отверстия. Имеется же у нас несколько еще других способов общения с окружающей средой для ввода в себя через рот пищи, еды, значит, для вывода из себя, значит, каких-то, сказать, отходов жизнедеятельности. Но эти каналы, они обычно нормально закрыты, и открыты только два канала носовых. То есть человек фактически есть такой кожаный мешок, закрытый везде, только открытый, взаимодействующий через носовые отверстия. Через эти отверстия он общается с окружающим миром и забирает оттуда нужную нам энергию ци или энергию или прану, как индусы говорят. Вот как же сделать так, чтобы энергии у нас оставалось побольше? Очень просто. Вот есть такое правило, там, где наш внутренний взор находится, внутренний взгляд, туда уходит энергия. Когда мы думаем о других людях, мы посылаем им энергию. Мы можем думать о себе. Вот когда у нас что-то болит, рука, нога, и наш внутренний взор все время устремляется в место боли, мы тем самым направляем туда дополнительное количество энергии, и поэтому побыстрее выздоравливаем. Ну, этот же подход можно использовать для накопления энергии в себе. Нужно представить себе, что вы выдыхаете воздух не в окружающую среду через нос или через рот, а внутрь себя. Просто, так сказать, вдох, а выдох. Представьте себе, что, так сказать, в носу у вас там перемычка какая-то или горле, и заворачивайте энергию внутрь, например, в район желудка. То есть физически вы выдыхаете, понятно, что воздух через рот или через нос, а умственно выдыхаете энергию куда-то внутрь себя. И все, больше ничего не нужно. 200-300 таких выдохов можно выдыхать в грудную клетку, можно в район, так сказать, в голову, можно в грудную клетку выдыхать, можно в желудок выдыхать, можно в ноги выдыхать, куда хотите. Это все игра воображения, но это воображение управляет внутренними течением внутренних энергий в нас. Вот, делайте 200-300 выдохов, ложитесь на диванчик спокойно, только не засните. Вот, и начинаете считать и выдыхать себя. Вот я сделал 3 выдоха внутрь себя, и немножко чуть-чуть потеплее стало в груди. А когда вы выдохнете 200 раз или 300 раз, то вы увидите, что организм так у вас наполнится, раздуется, и, значит, у вас появится сила для того, чтобы встать и совершать какие-то действия. Пользуйтесь, не забывайте только. Я вот сколько рассказываю, потом людей спрашивают, ты знаешь об этом? Ой, да что-то я слышал, я забыл. Это прием, который может пригодиться в любой момент. Вы устали сильно, вы едете на машине долго, сказать, устали, но можно поспать, конечно, правильнее будет, там минут 10-15 можете заснуть. Или просто вот 10 минут повыдыхали в себя, зарядились энергией, глазки засверкали, встали, побежали, значит. Перед сексом можно набирать энергию в паховую область, в район матки женщинам, для того, чтобы, так сказать, стать более сексуальной. В общем, полезный прием, пользуйтесь. Ваш Александр Свияж. Не забудьте поставить лайк, подписаться на рассылку. Подписаться на мой канал. Ваш Александр Свияж.